Всем привет, с вами снова Кокос, и мы продолжаем... Ты сделал округу большое одолжение. Не перебивай меня. И мы продолжаем проходить игру Far Cry 5. Сейчас мне придется играть не в кооперативе, а, так сказать, с компьютерными игроками. Поэтому, ну-ка, что у нас тут есть? Бомбу? Хочу бомбу. Так, снайпер. А я хочу снайпера больше, чем бомбу. Да, вот так. И собаку. Замечательно. Да. То есть пока что вот так вот. Ничего, очень трудно достать. Принято. Ни край не может сражаться. А с навыках у нас... Чизбургер. Дополнительное место. А почему у нас только одно то есть место... Я понимаю, что здесь можно их повышать, прокачивать. Так, в общем, что у нас? Вот там вижу. Открывайте сейфи с помощью взрывчатки с дистанционным управлением. Вот так можно было взрывать? То есть открывать их? Отлично. То есть можно было просто взрывчаткой. Довольно-таки сильной. Так, а где тот, который квест хотел нам поделиться? Стоп. Что происходит? Почему я не могу выйти? Алло? Народ? Почему я не могу выйти? Через лестницу тогда попробуем. Опа! Это круто, что люди больше не будут страдать от тумана. А все, мы уже избавились от тумана, что ли? Можно переждать конец света. Опа! Блин, броника нету. Патронов толком нету. Так, магазин. Давайте нам... Машинку. Машинку нам надо... Где она? Наш. О, красавица. Поехали. Да. Так, народ, собрались. Надеюсь, водишь ты лучше, чем стреляешь. Шутка. Я только учусь общаться с людьми. Внутри, что ли, здание? Да. Блин, да что ж такое-то? Похоже, опять прицел сбился. Фигово. Я тебя как снайпер взял, а у тебя прицел сбился. Так, чувачок, ты мне что-то хотел рассказать? Спасибо, что помог. А ведь наш механик пытался нас предупредить насчет этой секты. Он машину уже приготовил и припасы в дорогу собрал. Сектанты его схватили, но может у него в мастерской что-то осталось? Окей, гляну. Предпочитаю тугой спуск. Тугой спуск? Ты хардкорная женщина, как я погляжу. Моя тюрьма. Так, сейчас у нас... Что на повестке дня? Можно вот сюда и... О, давайте и вправду сделаем квест. Скорость. Доберитесь до игровой площадки Тика. Окей. Так, где у нас вертолеты? Вертолеты у нас вон там. Вертолетик у нас тут тоже есть шикарный один. Вот это. Так. Все на борт. Бумер. Ладно, бумер, наверное, добежит. Так, я не знаю, залезла, не залезла.
Да ладно! Я сбил Армстронг? Вот незадача. Ладно, пока ты побудешь. Там же вроде надо было этих-то набрать. Трав для Тика. А почему она называется? Игровая площадка. Это непонятно. Так. А здесь у нас все чисто. Или же нет? Так. Кстати. Стоп. Где? Бумер, ты кого-то нашел? Внимание, вопрос, как они меня спалили? Типа бумера запалили? Так, а что у нас здесь? Клатч. Ну-ка, что за испытание у тебя на этот раз? 20 марта 1961. Внезапно осознав, что бог умер, а современная цивилизация ни на что не годится, Клатч Никсон, величайший каскадер округа Хоуп, пошел на единственный разумный шаг. Он привязал себя к старому багги и промчался вниз по гористому склону прямо в заброшенный город Процветание. Когда Клатч наконец пришел в себя, он решил посвятить свою жизнь каскадерской работе и помощи безграмотным детям и завязать с попытками падения в бездны метафизического ужаса. Его номер спуска в бездну так и не смогли повторить. А, смотрите и учитесь. Не смогли повторить. Ща кокос все оформит. В лучшем виде. Откуда здесь Миша? Ой, извиняюсь. Нравится? Сам тащусь. Так, а тут у нас как-то вот так надо, да? Опа. Лучше притормозить. Тормозить? Не, это не по-нашему. Жмем на полную газульку. Про мою пятую точку, что ли? Оу! Занесло машинку. Вот это был опасный маневр. Да нет, там скорость-то маленькая была. Все путем. Иха! Блин. Теперь можем вздохнуть спокойно. И в кувет. Надеюсь, все живы. Вот ты не жив, да? Тик. Готов расширить сознание? Да, давай. Добро принес. Круть. Эта дрянь вынесет тебе мозг, превратит тебя в суперфрика. Родной папаша не узнает. У тебя хороший папка, а вот у меня нет. Помогала дымщикам варить эту дрянь. Моя морская свинка стала подопытным кроликом. Гамлет. Морская свинка Гамлет. О чем мы говорили? О,
да, точно, дурь. То есть эти усилители, мы тебя так накачаем, чувак. Будешь круче про рестлеров. Эдемщики икнуть не успеют. Но сперва нужна проверка. У меня тут это полоса препятствий для проверки рефлексов. Ну, это ради науки, с парой сюрпризов. Сейчас. Ну, я посмотрю и прикину дозировку. Рядом есть здание, вооружитесь дробовиком. Выживальщики ищут товары с большим сроком хранения. Так. Давайте снопу поменяем. Уничтожьте цели. Хотя бы не на время, да? Хорошо. Какие цели? Понятно. Так, с той стороны, наверное, да, надо зайти. Вооружитесь бейсбольной битой. Вот, есть. Блин, надо взять. Ух ты, круто. А еще? О, бейте свиней. Ох, Ubisoft, ох, Ubisoft. Манекеном, да? Ну и как тебе? Ну, это, по шкале от 1 до 10. Я еще не все проверил. Дел было много, времени мало. Все делал на трезвую голову. А теперь я тебе кое-что дам. Ладно? Это называется, не поверишь, скорость. А, да. Лучше давать звучные и простые имена. Типа апельсин. Ну, то есть, апельсины есть апельсин, да? Только чертов гений до такого додумается. Кинься вперед, стреляй по целям, дави свиней, все просто. Да. Насчет свиней вообще не парься. Получат по заслугам, ты знаешь, они знают за что. Итак, пора начинать. Приступим? Ну, давай. Че там у тебя за... Так, дробовик. Изготовить различные взрывчатки. Ну, селектор оружия. Ага. Используйте скорость. Стоп. Что-то я не понял. А как селектор вызывать? Мне только что сказали. Они приходят ночью. А, во. Скорость. Чё, погнали. Блин, в воздухе не получилось. Mm-hmm.
Да блин. Ubisoft, такие Ubisoft. Почему по мне шмаляют во время того, как я не могу сменить оружие? А? Бумер, давай, куси его. Не отпускай. Все. Не, тебе не чудится. А я могу начать заново? Ладно, ладно. Ага. Я уже говорил это, но повторю еще раз. Это, лекарственные препараты решат любую твою проблему. Слышишь? Рецепт скорости твой. На случай, если ты захочешь еще дозу, ничего не меняй. Рискнешь, я тут ни при чем. Такова наука. Так, раскрою тебе маленький секрет. Я работаю над новым средством, знаешь ли. Усилитель, который пробудет мощь твоего тела. Наделит силой десятерых или четверых, но очень крупных. Окей. То есть ты работаешь, это через некоторое время к тебе зайти, да, наверное? Когда... Скорость улучшенная. А, я думал, блин, вроде у меня есть уже. А у меня улучшенная есть. Ярость. Блин, а чё они здесь тусуются, Тикай, помощник. Доза будет большой. Надеюсь, инфаркт не хватит. Блин, я чё это вслух сказал? Блин. Ярость! Я её так назвал. Делает мышцы стальными. Теперь ты можешь отметелить кого-нибудь до полусмерти, так знаешь, бам! Попробуем, а? Охренисимо! Так, значит, это, бей по целям голыми руками. Толкай в костры, ладно? Лупи их так сильно, как будто это мой отец! Отомсти ему за всех, кого он погубил! Прости. Приступим давай. Жесть! Используйте. Ярость. Что, пошло? Столкнуть в костер. Я понял. Эй, хорош! Засчиталось. Оп, готово. Убейте оставшихся. Обалдеть. Вы прошли первое испытание. Проходите испытание, чтобы получить очки навыков. Разблокировать новые навыки. Окей. Первое испытание? Вы что гоните? Смотрите, сколько у меня их уже. Это что-то странное. Меня только сейчас решили научить. Тик, тик. Черт, надо было брать деньги за просмотр. Саша радиоактивная. Чувствуешь, что тут вершится история? Она вершится.
Охренеть, вертеть! Не видел еще таких схваток! Больно, очень жестоко. Да ты монстр! О, слушай, круто, что ярость не убила тебя! О чем это ты? Это твой помощник. Не трать ее зря. Хотя дело, конечно, твое, но это, чтобы бабло. Еще и лучше охотник ладно? Должен быть. И лучше выживальщик. Я хочу исправить ошибки отца, но, по-моему, я для этого не гожусь. А вот ты, да, вроде. Ну, если тебя не убьют, тогда нет. Все с тобой понятно. Кто? Стоп, вертушка, что ли? Крепкая вертушка попалась, а? Come to me, my dear friend. Я нашел его. Серьезно, только сейчас? Давай, Ник, разбомби их. Ну, заходи давай. Понятно. Посадка. Так. Так, сейчас, наверное, давайте вправду скатаемся до тайника. Что у нас там? Что здесь техники никакой нету, что ли? Только вот этот раздолбанный пикапчик. Мухи. Так, 320 метров, что-то, блин, вообще в лом туда бежать-то. Так, вот здесь что, коллекционный комикс, я понял. Дурман. Так, а тут? О, давайте отправляйтесь к охотничьему домику. Да, полетели. Посмотрим, что там. На новые, так сказать, травы у нас нету. То есть на новое зелье трав нету. Поэтому... Так, пожарные вышки, мирное небо. Вау. Что здесь происходит? Это же не аванпост, ничего, да? Просто территория, плакат, аркада. Понял. Цель найдена, мать я. С тобой! Бешеный пёс! Не оправдывайся! У нас проблемы! Тра-та-та-та-та! Всё? Блин, и все равно же нету этих. Ни тачек, ничего. Ник, ты хотя бы, не знаю, подвез меня, что ли? Один фиг вон 300 метров фигачить. Сейчас еще и фиг переплывешь. Лодка есть, правда. Оп. Алтарь. Нет, не хочу падать. Ну давай, выезжай.
270 метров. Найти пилота. Окей. Я и забыл про бронированных-то. Если за штурвалом женщина, прикончи ее и ищи мой тюльпан. Умер, только не умирай. Есть контакт. А че у вас так много-то, Тебе недолго. Обстрел заказывали. Во, сразу бы так. Вот это главная цель должна быть. Не забывай, дорогуша, ты ищешь мой тюльпан, а за рулем сидит тот еще говнюк. Держись там, милый. Давай, вставай, собачка. Тюльпан, тюльпан. Че здесь кричал? Кто-то здесь что-то сказал? Давай, вставай, хватит ныть. Так, ну что, вертушка у нас не та, я так понял, да? Сейчас, не-не-не-не-не, подожди. Я там карту вижу. Нет, это не карта. Мирное небо. Окей. Намек понятен. Летим на вертушке. Ну, кого-то нашли. Я к тебе заеду чуть позже, мисс Мейбл. Тихо, не надо меня замечать. Зазорная вышка какая-то, да? Окей. Садимся. Найти пилота. Ауч! Это еще что за... Что, давай, Ник. Обозначай. Это все? Или тут есть еще? Вот так. Ай. Да блин, что такое-то, а? Она еще тяжелее, чем бронированный. Почему-то не реагировал. Ну так не держись. Ай! Так, подожди, а здесь никого, здесь нет уже. Все, цель на той стороне. Цель на той стороне. Два км. Давай, вертушечка, потерпи. Стоп, нет, вот к пожарной вышке. Все правильно.
Значит, я ее не убил еще. Что-то мне казалось, что я глушитель поставился на пулемет. Походу я ошибался. Ясно. Воу! Миномет? Засмотрелся на девчонку? Это не мой тюльпан. Кончай с предательницей и ищи дальше. Опаздываешь, опаздываешь. Тяжеловес идет. Давай, выходи, я знаю, что ты там, зараза. Все, хорош меня обстреливать. Ребят, вы опоздали, пумы. По-моему, спалили, что я вертушку забрал. Ну да ладно. Иха! Ника философ так себе. Блин, как раскиданы точки-то. Снижаемся. Что у нас там, вышка должна быть, да? Сейчас по-любому там стоит тюльпан. Что-то никого не вижу. Владейте. И все, я понял. Проще его, да, забрать. Садись давай. Хорошо. Да, ниже. Привет. Я ваша смерть тебе. Вот, вовремя. Давай. Ясно. Все, всех ты уделал.
очень оружие. Для дальней-то дистанции. Так, тюльпанчик, полетели. Пупсик, как закончишь, сразу же тащи сюда мой тюльпан. Если возникнут неприятности, имей в виду, что тюльпан оснащен орудиями. Эти крошки страшнее, чем бык в брачный период. Как скажешь. Чайник вон сверху меня прикрывает. Так вот где-то бумер шляется. Блин, надо к Мейбл заехать, у нее медведя взять. Или у нее рысь. Блин, вроде медведь там был нарисован. Че такое? Кто здесь? Грязник внизу! Аванпост сектантов. Почему у меня обучение включилось? Ну, садись. Все нормально. А сектанты неплохо стреляют. Ничего не знаю. Падают они, как и все. Давай, тюльпанчик. Ну, ты быстрее можешь передвигаться, не? А если так? Марину. Нет, тюльпанчик очень медленно летает. По-моему, тот вертолет, который у меня был, зеленый, куда резвее. Ой. Вот это свои, не свои. Свои. Где? Где? Да откуда? Блин, здорово. Еще шпаляют. Все, посадите. Сейчас только свои перестанут агриться на меня. Да чтоб мне провалиться. Ты не только подоспел к самому празднику, но еще и тюльпан вернул. Да вообще, я красавчик. Я человек слова. Нужен пилот, который отстрелит суслику хрен с высоты 15 метров. Обращайся.
Вызывай, когда хочешь. Только не на закате. В это время Ксандер занимается йогой. Дивное зрелище. Ах, это задница, когда он стоит в позе собаки мордой вниз. В общем, спасибо, пупсик. За мной должок. Окей, я учту. Кавалерия прибыла. Да, кавалерия прибыла. Привет. На этом серию мы заканчиваем. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. Спасибо на этом за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.